21 по 23 марта 2018 года состоялась выставка «Метроэкспо», на которой мы постарались узнать у лидеров мнений и представителей винного бизнеса, что для них важно в мобильном приложении для любителей вина. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к винным приложениям? Когда, например, я пишу карту и хочу посмотреть, как тому или иному вину по бокалам, да, которые я буду ставить, относятся люди, не профессионалы, а именно любители, то мне очень интересно пользоваться этим приложением, смотреть на их рейтинги. Они помогают продвигать вино. Такие приложения, они хороши для потребителей, которые не имеют такое очень расширенное знание о вино. Маленькая энциклопедия у тебя в кармане. Люди, которые еще не попробовали вино, они за счет других характеристик имеют возможность по меньшей мере определиться с тем, вот это вино может быть ему интересно или нет. Я однозначно понимаю, что должно быть какое-то новое приложение, которое сможет изменить эту ситуацию. Компания InVino разработала новое, ориентированное на российский рынок, мобильное приложение, которое максимально учитывает требования любителей вина. InVino – это не просто база описаний и рейтинг вин, которые продаются в России, но это еще и удобное приложение, которое покажет на карте, где продается то или иное вино, подскажет актуальные и наиболее выгодные цены в вашем регионе. Я тогда ищу, и тогда ищу в компьютер, например, где я могу найти этот товар. Нужно было найти для дегустации что-то эдакое, и в магазине этого не оказывалось. Печально, но приходится искать замену. Ищем заменитель. Я все время не нахожу хорошие шененбланы из Луары. И в этих случаях, ну, можно делать только одно – это искать альтернативы. Ну, честно говоря, у меня особых проблем в этом нет. Но мне кажется, что если это связано с тем, что винное приложение будет давать такую информацию, вот мне кажется, это было бы бесценно. Если у тебя не хватает шененблана из Луары, бери шампанское. InVino отражает виртуальную витрину каждого места продажи вина, ассортимент магазина или винную карту ресторана. Это очень удобно. Вы заранее можете спланировать покупку вина, прочитав исчерпывающую информацию про него прямо в приложении. Современные технологии распознавания образов, конечно, делали огромную работу не только для потребителей, но и для профессионалов. И если есть какая-то вещь, которая поможет клиенту, чтобы совершить или не совершить покупку, это очень круто. Да, они помогут очень много потребителям, потому что просто когда читаешь этикетку, не все понятно, даже если ты ориентируешься в вине. И это действительно удобно. А сканирование очень легко помогает человеку идентифицировать то или иное вино. Конечно, это полезная история. InVino включает передовые технологии распознания. Вы можете просто сфотографировать этикетку вина или штрих-код, и приложение быстро найдет описание вина, а также место, где его можно приобрести. А в ресторане через приложение вы можете получить информацию о винах из винной карты и узнать об их рейтингах. Основные проблемы – это большой ассортимент. Сначала он не всегда понимает, например, классификация вино, тоже апелляцион, очень много вот такие названия, тоже второй, очень много названий бренда. Чем отличие вот такой Кенти бренд и другой Кенти бренд, например? Путаются люди. Лень. Только лень. Закрытость информации. Отсутствие знаний. Либо игристое, либо белое, либо красное вино, которое будет соответствовать ощущением хорошего вина. Функция подбора поможет найти именно те вина, которые соответствуют вашим предпочтениям по вкусовым характеристикам, стране и регионе производства, а также по стоимости и рейтингу. В Фейсбуке, в интернете. Здорово, когда у человека есть Фейсбук, да, потому что мы все, когда он подписан хотя бы на 2-3 человек из мира вина, потому что тогда он получает себе в ленту его друзей. Мы публикуем в интернете, в Фейсбуке, во ВКонтакте, во всех социальных сетях. Общение, 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 еще раз общение. Конечно же, это соцсети. Но какого-то такого, ты знаешь, одного источника пока нет. Просто нужно следить и держать руку на пульсе. InVino предлагает удобный сервис для записи на дегустации вина. Каждый пользователь также может создавать свои собственные дегустации, которые станут видны другим пользователям приложения. InVino – это абсолютно бесплатное приложение. Приложение, которое поможет вам в исследовании винного мира.